Арктика глазами епископа Нарьян-Марского и Мезенского в столице Ненецкого округа презентовали серию фотографий «Русская Арктика» владыки Иакова. Даже на таком удалении удивительно, но, может быть, через оптику, но иногда видно, как искрится снег. Фантастика. Епископ Иаков делится впечатлением, которое произвели на него арктические пространства. Фотовыставка «Русская Арктика» – его давняя задумка. В свое время владыка объездил северные территории от Мурманска до Чукотки. 26 фотографий передают всю мощь, силу и необычайную энергетику безмолвного края. Арктика поражает своей чистотой, благодатью, суровостью и заставляет нас быть ближе к Богу. Арктическая симфония, откровение весны, сталкер. Владыка смотрит на Арктику не только как духовный служитель. Он понимает, что места первозданной красоты – это огромные запасы энергоресурсов, северный морской путь, нетронутые человеком экосистемы. Игорь Федоров отметил заслуги Иакова в духовном освоении стратегически важных территорий. Он у нас подвижник, практически подвижник. Причем я знаю, что патриарх фактически попросил вас возглавить все, что связано с Арктикой, глобальные вопросы арктические. В планах епископа совершит крестный поход на Северный полюс. Принять участие в нем он пригласил губернатора и депутатский корпус. Открытие выставки совпало сразу с двумя событиями – праздником Преображения Господней и днем рождения самого Иакова. В его адрес прозвучали слова благодарности. Такие люди выделяются именно тем, что помогают другим, помогают нам осознать важность и нужность каких-то очень простых вещей в нашей жизни. Коллекция фотографий – это не единственный труд владыки. Он автор нескольких изданий о православии, фильмов церковно-исторической тематики, альбома «Самый дальний восток России». Валентина Чипичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север».